Da. Amonovski valsok. Скажи мне, архангел, Амоно-Атлант, закованный в латы, как звездный десант, до ужаса вооруженный, зачем ты такой наряженный? Я знаю, зачем тебе рация, каска и едкий в баллончике газ. Скажи, для чего тебе черная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя несгибаемым взором, который по факту готов мочить неразумных врагов. А может быть, маска нужна для страстки, чтоб знали, что люди, надевшие маски, порядок пришли защитить и вовсе не склонны шутить. Наверное, все так. Только я полагаю, задача у маски немного другая. Она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно. Становится стыдно и больно, и жалко лупить безоружных резиновой палкой, а после в присутственном здании на них же давать показания. Ответствуя перед небесным отцом, ты маской уже не закроешь лицо, там способов спрятаться нету, когда призывают к ответу. И не поднимая на Господа глаз, ты будешь шептать, выполнял, мол, приказ, вопросы к комбату, мол, к бате. Но этот ответ не прокатит.